на было компьютера, было 1000 метров, 735 ушло на электролиточки остался. Это самый большой фрагмент настоящего паруса. Он сделан из настоящей парусной морской ткани, только он тоньше. Почему он сделан тоньше? Потому что судно, которое под парусами, не на двигателе, а оно под парусами проходит в праздник, при силе пары ветра не было развернуто, а паруса просто порвались. Но это из безопасности очень уникальная технология. Ну да. Вот. Так что вот. Большое спасибо. Да. Точно найдется место для этого. Отлично. Спасибо. Я могу потом все обратно.